40 водохранилищ требуется дополнительно построить в Казахстане, чтобы избежать чрезвычайных происшествий. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов. Для акиматов эти меры будут затратными, но позволят избежать чрезвычайных происшествий, отметил глава ведомства. На заседании правительства министр сообщил, что в этом году планируется строительство Есильского контррегулятора на реке Есиль в Акмолинской области, который, в свою очередь, исключит угрозы затопления населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Строительство водохранилищ поможет повысить безопасность населения и снизить социальную напряженность от потери имущества, считает министр. Одновременно решится вопрос по орошению сельскохозяйственных угодий в летний период. Как показывает мировая практика, выделяемые на пост ликвидационные мероприятия суммы в сотни раз больше средств, которые можно было бы заблаговременно использовать для недопущения чрезвычайных ситуаций.